воины будут охранять вход, чтобы вы со сталкерами смогли проникнуть в храм. Да укроет тебя тень Тассадара, друг мой. Всем привет, с вами, как всегда, я Дезертир. Ну, я надеюсь, вам понравится мое прохождение. Также, как обычно, спешу предупредить, если вы зашли случайно, чтобы посмотреть новые миссии, но не хотите раскрывать себе сюжет и прочее, лучше уходите, серьезно. А те, кто хочет остаться и таки уже увидеть, что же там дальше происходит, прошу на борт. Всем смотреть. Поехали! Зератул со своими сталкерами могут использовать способность скачок, чтобы исследовать скрытые области или обойти опасное место. Соответственно говоря, это некая стелс-миссия, на которой нам и предстоит, видимо, побывать. Я на ней еще не был, поэтому что там, не знаю, но сейчас мы это все увидим. Владыка! В храм проникли чужаки! Вскоре они будут здесь! Запечатайте проход! Я свяжусь с повелителем. Как прикажет клинок Амуна. Зератул, Талдари, мы пошли в контратаку. На наши войска нападают гибриды. Тебе удалось проникнуть в храм? Да. Однако вход в него запечатан. Похоже, Талдаримы подозревают, что к ним вторглись. Мои тамплиеры сражаются с противником. Вам придется продвигаться дальше самим. Я постараюсь отслеживать ваши передвижения. Воины, мы должны прорваться. Судьба галактики в наших руках. Проще говоря, у нас некоторые проблемы. Будь. По-твоему. Так, ладненько. Мы крадущиеся тени. Отправьте этих неверных в пустоту! Насколько я помню, Зератула никто не видит, поэтому я можно спокойнейшим образом. Силовые поля. Нам придется использовать скачок. Спокойным образом перемещаться. И конкретно пока там нету каких-то определенных зданий, он может пройти дальше. Фотонная пушка может меня обнаружить, но доспех пустоты укроет нас от ее выстрелов. Вот-вот. Поэтому иди танкуй, а мы будем уничтожать все. Ибо ты у нас крутой, все дела. Ты у нас и будешь танковать. Бессмертный. Одного теневого удара будет достаточно, чтобы с ним справиться. Хорошо, без проблем. Избавься от него, пока он не начал убивать твоих сталкеров. Я думаю, что мы вполне пока что неплохо справляемся, несмотря на то, что мы не выполним некоторых вещей. Его доспех пустоты окружает ближайших союзников щитом прочностью 10 единиц. Талдари, мы укрепили храм противовоздушными пушками. Зератул, уничтожь их, и я смогу выслать тебе подкрепление. У каюшки, моя подруга. А, давайте сделаем вот так и быстренько нападем. Упс. Зератул, прости. Прости, братюня. Я случайно на тебя кликнул. И дела. Случайно сейчас только что довольно сильно покоцал Зератула, но я думаю, он меня не сильно обидится. Минус одна пушечка. Прекрасно. Высылаю подкрепление. Давай-давай, жду. Ради возмездия. Отличненько. Новые переблинкивающиеся союзники. Это всегда хорошо. Всегда хорошо. И оно не летает, конечно же. Будь. Ладно. По-твоему. Что у нас дальше? Гибрид. Один теневой удар. И с тобой покончено, чудовище. Так, то есть мне надо сделать... Вот так, а потом быстро на Е и бамс. Ну, на самом деле ему потребовалось больше, чем один теневой удар. Ничего страшного. И это не особо важно. Я ощущаю впереди наблюдателя.
Он раскроет мое присутствие. Нужно обойти его стороной. Так, входим, входим, входим. Тихо, 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 тихо. Убийц? Щемимся, ребят, щемимся. Тихо. Так, и такие, раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Так, вы чуть вперед пройдите. Такие, давайте, давайте, давайте. Такие назад. Опа, черт. Я таки попал. Попал, попал. А-а-а. Обидно. Ну ладно. Не обошли мы наблюдателя. Кстати, скорее всего, есть здесь какое-нибудь связанное достижение с этим. Обойти наблюдателя, например, не дать ему что-либо сделать. Но, естественно, я его уже в этом случае провалил. Так. Здесь надо как-то тоже аккуратненько пройти. Заманчиво. Хорошо. Быстренько вот так вот сделал все это дело. Не дайте неразиму пройти дальше. Так, Музерату у нас вполне неплохо справляется. Похоже, впереди нас ждет еще одна пушка Талдаримов. Так, давайте вы будете уничтожать воздух все. Как всегда, последняя миссия имбовая. Здесь можно творить добро. Мы уничтожили еще одну пушку. Прекрасно. Мои войска уже в пути. Служите. У нас теперь сталкеры, плюс штормы еще есть. Видимо, нам больше не придется никуда пробираться, но я предпочитаю за место шторма сделать одного пафосного юнита, которого все знаете, которого в простонародье зовем просто Шарик. Ну, вообще, Архонт. Переведите Зератула сюдой. Хорошо. Что ж, переведем. Очень разумно. Отсюда хорошо видно главный зал. Вероятно, там и находится Малаш. Справились со своей задачей и позволили чужакам найти храм. Наш великий план в опасности. Не поддавайся страху, Малаш. Освобождение близится. Вскоре ваша вселенная будет очищена от страданий. Готовь свой народ к войне. И жди моей команды. Будет выполнено. Амун ведет Талдаримов к войне. Мы опоздали. Надежда еще жива, Зератул. Это устройство. С его помощью Талдаримы общаются с Амуном. Да, его уничтожение задержит войска Амуна, а у нас появится достаточно времени на то, чтобы предупредить Артаниса. Так мы и поступим. Я чувствую присутствие темного прилата. Найдите его! Ну что ж, давайте им покажем, насколько мы веселые люди. И я думаю, что первым выйдет в бой вот этот веселый человечек. А Зерату уже будет таки. О, смотрите, они тоже слились в Архонта. Только вот мой Архонт выжил, а их нет. Такие вот дела. Упс. Минусим. А то мы чуть Зерату не потеряли. Это было бы обидно. Так, давайте сделаем это аккуратно. Жизнь соповелителя! В
пока что мы проходим, в принципе, более-менее хорошо. Пока у нас все нормально. Истребить их. Я думаю, что ничего сложного в этом не будет. Упс. Я как-то малость поздно заметил, что тут два архонта разрождаются. Так, а ну, пошел вон отсюда. Не хочу я, чтобы нашего архонтика убили. А то он прям бедняжка уже как-то малость страдает. Давайте его в конец отвезем. Будем танковать обычными юнитами. Так, стоп. Мы можем вот тут вниз пройтись. Ради вас. Эта пушка должна быть последней. Видимо, друг мой. Ну что ж, давайте уничтожим здесь все, что только мы видим. Вы, ребята, давайте идите тоже сюда не подходить. И просто добьем. Ты уничтожил все нейтронные пушки. И теперь я могу выслать тебе остаток наших воинов. Выслать остаток наших воинов. Хорошо. Братья. Давайте будем действительно сражаться с честью и создадим еще одного архонтика. Не знаю, ну, штормы все-таки не мое. Штормов надо контролить, я этим обычно не занимаюсь, поэтому штормы это не мое. А вот два архонта вполне себе неплохая тема. Ради такие дела. Ладненько. Пойдем, собственно, уничтожать все это дело. Так, минус ты. Отлично. Пробегаем под щитами. Быстренько, быстренько. Бамс. Не даем построиться. Словно Зератул, давай. Тащи. Будь мужиком. Наконец-то мы загнали тебя в угол, Неразим. Так, давайте. Алдаримы! Истинный бог требует его смерти! На что у нас там? На вы щиты? Вот давайте на вы щитами сделаем. И пойдем в бой. Сразитесь с предвестником гнева темного бога! Также нам нужно уничтожить это все до того, как он успеет быть... Все? И это все? Как-то легковато. А, катализатор, уничтожить его. Давайте. Я думал, что это будет сложнее. Вот и нету больше катализатора. Дело сделано. Талдаримы больше не смогут получать указания Амуна. Что-то происходит. Я чувствую сильный выброс энергии пустоты. Зератул, найди ключ, что дарует вам надежду. Тассадар? Как это возможно? Талис. Мне было видение. Я нашел путь к нашему спасению. Лишь я способен спасти вас. Я положу конец вашим страданиям. Амун разрушает храм. Мне нужно уходить. Так. Воу. В. Мы с воинами вошли внутрь храма. И здесь сдерживаем натиск Талдаримов. Немедленно выдвигайся к нам. Так, у меня, к сожалению, проблема с юнитом. Он застрял. Так, нужно уничтожать часовых, чтобы не убили Зератула. Так, отводим. Может вообще тебя отвести на самом деле. Так, Зератул должен атаковать в каком-то смысле. Так, в принципе, пока более или менее нормально. Так, здесь есть проблема. Поэтому включаем В. Проход обвалился. Мне придется найти другой выход. И поехали. Вон они как-то нас очень сильно бьют. Отличненько. У меня минус один сталкер по какой-то неизвестной мне причине. Оставь свой бесцельный поход. Он лишь продлевает ваши страдания. Оберись.
Позволь мне подарить тебе свободу. И как-то они медленно очень восстанавливают броню. Ну, в принципе, это логично. Ничего слишком такого неожиданного в этом нет. Так, минус. Бедняга, сталкер, что с тобой? Давайте еще раз долбанем. Зератула видно. Эти большие гады, кстати, видят, получается. Так, мне надо как-то аккуратно телепортнуться так, чтобы меня сильно там не коцали. И под броню. Быстренько. Давайте, ребят. Походу я лишусь еще одного сталкера. Проблема. Сталкеры прям... прям помирают. Давайте уничтожать вверх. Так, понятно. Давайте просто пробежимся отсюда. Хвала богам! Этот проход уцелел. Алис, я уже близко. Скорее, Зератул! Я вижу, ты уже рядом. Так, бамс, давайте. У нас нет времени, Зератул. Уходи скорее. Я задержу Талдаримов. Да ладно, я тебе помогу. Должен быть другой выход. Не, ладно, не буду помогать. Ступай. Немедленно. И расскажи Иерарху о том, что произошло здесь сегодня. Прости, мне придется тебя бросить. Алис, наш народ перед тобой в неоплатном долгу. Зайор! Предчувствие тьмы, пробуждение зла. Мы заработали достижение дополнительные задачи. Ну, в общем, да. Что я хочу сказать. Мне все эти первые три миссии понравились. Не знаю, конечно, как вам, но сюжета как такового они особо не раскрывают, несмотря на все то, что я предупреждал, что там будет куча спойлеров. Да, там спойлеры есть, но как таковые пока что они побочные. Собственно, мы и так знали, что на нас будет нападать, мы и так знали, кто на нас будет нападать. И пока что ничего нового такого сильно важного мы не узнали. Но, тем не менее, эти миссии довольно интересны и довольно приятны для прохождения. Во-первых, потому что я лично люблю протосов, и протосы, скажем так, довольно сильная, хорошая, классная, красивая и удачная, на мой взгляд, раса. Поэтому... что я вам хочу сказать? Покупайте дополнение, на мой взгляд, оно того стоит. Покупать его сейчас, либо потом, ну тут уже решайте вам. И я лично предзаказал, получил доступ к бете и, соответственно, к этим трем миссиям. Но этого, конечно, немножко мало. Потому что после того, как ты получаешь доступ к трем миссиям, ты такой, где остальная часть кампании? Хочу. Вот, но, к сожалению, придется ждать, как и всем, до декабря. Поэтому вот такие вот дела. На этом я с вами вынужден попрощаться. С вами, как всегда, был Дезертир. Надеюсь, вам понравилось. Всем удачного дня и пока-пока. А вы, мои дорогие друзья, смотрите ролик. Наконец-то пророчество исполнилось. Лишь принеся великую жертву, мы обрели надежду. Видение, ниспосланное нам Зелнага, поможет предотвратить наше полное истребление. Я должен вернуться к своему народу. Они не одобрят моих действий, но я предстану перед их судом. Я заставлю их понять. Только Артанис, юный иерарх, может объединить наш разобщенный народ, пока гнев Амуна не захлестнул всю галактику.